готовимся к ВКД. И одна из работ этих, это надо подготовить грузовик к отстыковке. Мы уже уложили тут грузы, которые будут сгорать в плотных слоях атмосферы. Вот так все уложено, так чтобы не болталось, если будет грузовик вдруг отстыковываться. Привязано, уложено и упаковано. Это отходы нашей жизнедеятельности. Довольно-таки много скопилось. Еда, которую не съели, и разные расходные материалы. Это булочки, которые остались после того, как грузовик пришел. Грузовик готов к отправке. Летает грузовичок от нас, летает, собирается в поход с грузом. Но до того, пока он сгорит, он еще полетает, служит службу нашим ученым. Разворачивается потихоньку. Yeah.